На телеканале ННТ новости 24 в студии Махач Курбанов. Небольшой анонс о том, что вы сегодня увидите в нашем выпуске. В Тегеране прошла трехсторонняя встреча глав государств России, Ирана и Азербайджана. Британское издательство HarperCollins, выпускающее толковый словарь английского языка, определило слово года. Сотрудники ГИБДД Махачкалы проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка». В Тегеране состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам саммита принято совместное заявление лидеров трех стран. Завершив встречу, Владимир Путин, Хасан Рухани и Ильхам Алиев сделали заявление для прессы. Ранее в этот день в рамках рабочего визита президента России в Иран состоялись отдельные встречи Владимира Путина с главами Ирана и Азербайджана, где обсуждались экономические вопросы, сирийскую проблематику и терроризм. Россельхознадзор со 2 ноября ввел временные ограничения на экспорт в Россию и транзит по территории страны живой птицы и яиц из некоторых регионов Болгарии, Нидерландов и Швеции, а также овец и коз с Греции. Соответствующие указания опубликованы на сайте ведомства. Живая птица и инкубационное яйцо с территории Болгарии попали под ограничение из-за ухудшения эпизодической обстановки по высокопатогенному птичьему гриппу птиц в регионе, а из Нидерландов из-за ухудшения по низкопатогенному птичьему гриппу. Ограничения для Швеции связаны с ухудшением эпизодической обстановки по болезни Ньюкасла. Они также коснулись мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. Кроме того, временно нельзя ввозить в Россию из этого региона бывшие в употреблении оборудования для содержания убоя и разделки птиц, а также корм. Под ограничения из Греции попали как живые овцы и козы, так и мясо, молоко и продукция из них. Британское издательство HarperCollins, выпускающее толковый словарь английского языка, определило слово года. Об этом сообщается на сайте компании. В этом году лидером стало словосочетание «fake news», которое переводится как «поддельные новости». Словарь же определяет сочетание как ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новости. Частота использования словосочетания с 2016 по 2017 год выросла почти на 365%. Это связывают с тем, что его часто использует президент Америки Дональд Трамп. В 2016 году словом года было признано слово «Brexit», которое обозначает выход Великобритании из Евросоюза. В Дагестане за проект «Университет будущего» разработчикам выплатят 50 тысяч рублей. Бизнес-инкубатор «Пери» готовится к проведению федерального хакатона. Общий размер инвестиций в разработке участников составит 10 миллионов. Подробнее об образовательных инновациях расскажет Лариана Шамхалаева. С 7 по 9 ноября в России стартует самый масштабный хакатон. Он будет проходить одновременно в Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Томске, Владивостоке и Махачкале. В рамках мероприятия планируется командная разработка в нескольких IT-направлениях, участникам которых только от СКФО будет предположительно 100 человек, предложат найти решение по вопросам повышения эффективности обучения в будущем. Участникам мероприятия предлагается спроектировать университет будущего. И основную роль отводится именно студентам университета, и это возможность ребятам переосмыслить и предложить в виде там разработки сервисов, там приложений, модулей, платформ разных, и делается, значит, фокус на технологиях дополненной виртуальной реальности, блокчейна. Команду можно сформировать прямо на площадке или представить уже готовую. Всего, предположительно, от Дагестана будет 10 команд, в каждой более 3 участников. Роли распределяются следующим образом. Желательно, чтобы был один программист-разработчик, один дизайнер, менеджер проекта и автор идеи. То есть оптимально это минимальный состав – это 4 человека. По словам спикеров, университет будущего, возможно, будет иметь внутреннюю валюту и собственную цифровую экономику, а также идентифицировать студентов по интересам и рекомендовать им полезные ссылки. Победители хакатона получат инвестиции в свой проект и контракт на дальнейшую его разработку. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Сотрудники ГИБДД города Махачкалы с 30 октября по 8 ноября проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка», в рамках которого водителей маршрутных такси проверяют на соблюдение требований безопасности.
Цель мероприятий – снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. Озабоченность органов правопорядка вызвали участившиеся за последнее время дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Кроме того, опасения вызывает и довольно низкая транспортная дисциплина водителей маршрутных такси, которые нарушают правила дорожного движения и допускают незаконные перевозки. Далее короткий обзор новостей. Двух дагестанцев задержали после неудачной попытки похитить девушку. На проспекте Акушинского 20-летний и 21-летний жители столицы насильно усадили в машину девушку и двинулись в неизвестном направлении. Когда машина остановилась на красный сигнал светофора, похищенная вышла из авто и сбежала от похитителей. Мужчины задержаны, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Сыщики собирают доказательства вины преступников. Советский суд Махачкалы будет судить собственного судью. В соответствии с решением квалификационной коллегии судей Республики Дагестан, полномочия Махача Алиева как судьи приостановлены в связи с возбуждением уголовного дела. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере 400 тысяч рублей. В Махачкале откроют мемориальную плиту лауреату Нобелевской премии. На улице Горького у здания Главного управления МВД откроют мемориальную доску Фритьофу Нансену. Норвежский полярный исследователь приехал в Дагестан в 1925 году. Он оказал дагестанцам гуманитарную помощь, доставил в республику продукты питания, медикаменты и сельхозтехнику. Эффективные приемы и адреналин. Мастер-класс чемпиона Сурдлимпийских игр по вольной борьбе и обладателя титула бойцовской лиги ACB Айскара Аскарова прошел в Хасавюрте. На семинаре побывала наша съемочная группа. Курбан Рагимов подробнее. Мастер-класс Аскара Аскарова собрал любителей единоборств со всего Хасавюрта. Компактный зал спорткомплекса имени Гамида Гамидова вместил всех желающих. Здесь собрались представители различных школ, стилей и направлений, дети и взрослые. Семинар также посетило руководство и ведущие бойцы клуба Fighting Eagle, сотрудники духовенства. После короткой разминки чемпион делился своим опытом, показывал приемы и комбинации. Аскаров демонстрировал все, что помогает ему добиваться высоких результатов на спортивной арене. Дети с интересом наблюдали за исполнением технических приемов и с энтузиазмом их повторяли. Подобные семинары – отличный способ популяризации спорта, уверены организаторы. А Аскар Аскаров является ярким примером того, что благодаря упорству и старанию можно добиться вершин в спорте. После того, как он выиграл первый раз пояс, он сразу на следующий день на тренировку идет. Ну, такой вот трудолюбивый парень. И вот второй раз, когда защитил свой пояс, мы решили провести мастер-класс, один день выбрать. И вот сегодня наконец-то мы собрались, думая, что всем детям это на пользу пойдет. Он покажет свои приемы хорошие, секретные моменты там. Хасавюртовский клуб Fighting Eagle открылся в 2012 году. Его бойцы выступают в ведущих российских лигах, завоевывая чемпионские титулы. Обладателем пояса промоушена ACB Аскар Аскаров стал в октябре прошлого года, победив удушающим приемом бразильца Жозе Мария Тоума. И удушающий прием пытается провести Аскар Аскаров. Хороший замок. Да, замок отличный, плотный. Сдается. Аскар Аскаров, новый чемпион ACB в наилегчайшем весе. Кроме того, Аскар – триумфатор различных турниров и в других видах спорта. Летом он победил на Сурдолимпиаде по вольной борьбе. Эти соревнования среди лиц с нарушением слуха проходили в Турции.
Его мотивирует именно то, что у него есть ограниченные возможности, потому что в детстве он всегда говорил, как бы чуть-чуть было по-другому внимание, как бы он слабый, как бы он не слышащий. Такие моменты были. Не в смысле того, что его отделяли или что-то, но как бы больше с уважением, больше с жалостью к нему относились. И это его, наоборот, смотивировало, чтобы доказать, что он сильный. Он очень много трудится, тренируется, после тренировки остается за счет выносливости. Но выносливость, наверное, Всевышний одно забрал, другое дал. У него, как ни у кого, хорошая выносливость. Новые серии, новые приемы, эффективные броски, применяемые в боях. Юные фанаты спорта пришли понаблюдать за тренировкой чемпиона и послушать жизненные советы его партнеров по команде. Для детей очень важно. Вот они, да, встречают. Это тебя из-за всего. Оскар, если он уже мотивирует детей очень сильно развивать наш вид спорта. Атмосфера праздника, радости и позитива. Программа, помимо мастер-класса, включает общение с бойцами и спортивную викторину. Наиболее удачливые получают именные футболки от «Аскара». За каждым движением чемпиона ребята следили с восторгом и теперь будут пытаться повторить изученные элементы на соревнованиях. Сегодня из приемов, который показал «Аскар Аскару», я сейчас сделаю твистер. Мастер-класс, как видите, ребятам очень понравилось, все принимают активное участие. Вот. Это, можно сказать, наши первые такие мероприятия данного характера. Это мотивация, в первую очередь, для подрастающего поколения, для молодежи. Ведение элементарно здорового образа жизни, так и занятия спортом и стремление к достижению больших высот. Подобные мастер-классы с участием именитых бойцов, но в более масштабном, расширенном формате организаторы планируют проводить регулярно. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Хасавюрт. Ну а теперь курс валюты на завтра. Доллар 58 рублей 8 копеек, евро 67 рублей 67 копеек. Если вы не успели увидеть наш выпуск, смотрите его на сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего.